С Андреем Александровичем Гривцовым отправляемся сейчас на детский турнир, который проходит в рамках мемориала Владимира Дворковича в Таганроге. Андрей Александрович, сколько участников, детишек примерно? Свыше 40. Никто не ожидал, что так много будет на дополнительную программу людей, детей. Ну, это все таганрогские. Все. Есть ростовяне, которые попросились. Не, ну, это я понимаю. Для меня-то, как человека приезжего, Ростов, Таганрог, это все примерно одно и то же. А вот как в главном турнире, я тоже смотрю, что-то не очень много гостей. Да, в этом году 10-й юбилейный решили сделать более домашним, более родным, более как бы своими заполнить людьми. Лидер турнира Владимир Белоус, он же тоже ваш ростовский? Тоже с нашими корнями. Вот приезжие и все равно с нашими корнями. Понятно. Так что, получается, приезжих вообще нет никого? Нет, есть. С Казахстана приехала девушка, с Украины много поприезжали. То есть соседи у нас есть, как бы, но мы, в отличие от зимнего, не делаем ставку, чтобы... А московские участники кто у вас? Евгений Потемкин представлен. Златоглавая представлена Евгения Потемкина. Понятно, да. Спасибо. Очень известный в шахматных средах. Понятно. Гроссмейстер очень. Акула, камеры и пера. С очень глубоким пониманием шахмат. Понятно.